Всем привет от Зацветайки. Посмотрите, как у нас сегодня метет. Заносит со страшной силой. Красота какая, да? Радует то, что 21-го был день зимнего солнцестояния. Теперь день начнет потихонечку прибавляться, незаметно. На 7 секунд, на 8. В общем, к Новому году день прибавится ровно на 7 минуток, что нас, цветоводов-любителей, не может не радовать. А пока вот такая погодка для зимы самое то. На носу Новый год. Сегодня 25 декабря. Вот, порадуемся пока зиме. Сегодня хочу показать вам свою импровизированную подсветку. В прошлом году купила вот такую LED-лампу длиной более 80 сантиметров. Цветовая температура 6400 Кельвина. Да, правильно я говорю. Это холодный белый свет. Как раз для цветочков. Ну, поскольку повесить мне ее некуда. Я пыталась на стеллаж повесить, закрепить там с помощью скотчей различных. Она не держится, естественно. Все-таки тяжеловатая она. Вот, а сверлить мне не хотелось. В общем, как я выкрутилась. У нас же у цветоводов все открытые свободные поверхности заставлены цветами. Все полочки, подоконники, столы. Вот, а что это под столом-то ничего не стоит? В общем, ребят, сделала вот так. Просто на ножке закрепила бельевой веревкой. В любой момент можно перенести куда нужно. В общем, как-то вот так. Светит она очень ярко. Там, не обращайте внимания, я завесила батарею, потому что жаром от нее пышет. Что хочу сказать. Всегда пренебрегала подсветками и очень зря. Вот неделю у меня тут стоят цветочки. Вот бегония, допустим, вечно цветущая. Она зацвела. Что для меня удивительно. Ну и давайте я вам поближе покажу, что у меня тут есть еще. Вот там в углу, видите, это у меня флорариум. Сейчас покажу. Вот посмотрите, это моя фитония. Она у меня изрослась. Ее нужно было омолаживать. Но совсем обрезать я ее не решилась. В общем, она у меня в двух горшочках росла. Я ее переместила в кашпо побольше. Объединила эти два горшочка. У меня тут получается три сорта. Вот такой вот. Красные такие прожилки на светло-зеленой подложке. Вот этот. Тут подложечка более темная. Они прямо явно отличаются. И вот эти вот, вот они должны быть вот такие, с красными листочками. Ну вот некоторые почему-то вот такие, невзрачные. И у нее листочки более такие мелкие и закругленные. Вот она же, вот она. Вот, в общем, переместила в кашпо побольше. Кашпо невысокое, широкое. То, что фитония любит. Еще она очень любит влажность. Очень быстро теряет тургор от пересушки. Почва должна быть влажной и обязательно теплой. То есть на холодном подоконнике фитонии не понравится. Яркий солнечный свет она тоже не любит, кстати. У нее сразу горят листочки. Припекаются.
Вот такая, в общем, красотка. Это 3 дня назад я пересаживала. Ну и вот так мне пока приходится ее накрывать, чтобы ей было комфортно, пока она не придет в себя. Еще покажу вам колюс. Я его уже показывала. Помните, который практически погиб? Смотрите, какое удивительное дело. Вот под светом, под лампой пошли росточки. Вот на старом пеньке. А вот этот, допустим, вот этот и вот этот, 3. Они уже, похоже, укоренились. Просто засунула в грунт, безо всякого парника, просто в грунт рядышком. И она прекрасно себя чувствует. А вот эти 2, вот они прям отличаются. Это другой сорт. Вот они вяленькие. Я их сюда подсадила вчера. Ну, не знаю, получится что-нибудь или нет. Сперва они у меня были в парничке. И вот так вот чахли, чахли. В общем, все экспериментирую. Мне, конечно, удивительно, то ли свет на них так влияет, что вот они, видите, ожили прямо. А еще, ребята, я колюсы никогда не сеяла. Кто знает, вот эти вот маленькие сеянцы, это колюсы или нет? Неужели это семена осыпались сюда в горшок? Если кто знает, подскажите, пожалуйста, дилетанту. Вот эти 2 малюсеньких. Так что подсветка – это сила. Я удивляюсь на бегонию. Она у меня стояла просто зелененькая. Без цветочков. Хотя стояла близко к окну. Вот, видимо, нравится ей под лампой. Я, кстати, заказала на Джуме светодиодные ленты, фитоленты специально для цветов. 2 штуки по 5 метров. Жду с нетерпением. Вот скоро начнется эпопея с рассадой. Вот, так что я вся в нетерпении. Так, сейчас еще покажу, что в парничках, в тепличках. Мне просто срочно нужен флорариум для моей писцы акварельной. Стоит мне ее достать из ящика, который я использую в качестве теплички, она тут же опускает листочки, вянет на глазах буквально. Вот, никак не приобрету, не знаю, где его искать. Вот такая вот красавица капризная, уже и пересаживала ее в емкость поменьше. Горшочков маленьких нет. Вот пока в контейнер. Маленький пересадила. Капризничает. Никак не хочет приживаться по-человечески. Смотрите, это вот филодендрон. Я не знаю, как себя чувствуют корни внутри грунта. Ну, что самое интересное, он начал отращивать вот эти вот воздушные. Вначале были вот такие вот маленькие пипочки. Вот прям на контрасте видно. И, видимо, вот во влажной среде, в парнике, он вот так себя ведет. Смотрите, какие длиннющие корни. Но я думаю, что и в грунте корешочки есть, потому что вот идут новые листики. Вот один, вот второй. Вот, значит, все в порядке. Нет, но вы только гляньте, какие огромные. Не замечала раньше такого свойства. Дальше 2 их ризончика. Ну, не скажу, что быстро укореняются. Вот этот, который в стакане, у меня уже
Да почти месяц, наверное, сидит. Вот сейчас тронулся в рост. Видно, вот прям молодые зеленые листочки. Вот. Причем сажала я два таких стаканчика. Ну, получается, где-то месяц назад. Один отдала маме. Второй вот я для подружки сажала. Вы не поверите, тот, который у мамы, уже давно вырос за края стакана, и она его пересадила в горшочек. То есть это полноценное растение уже. А вот у меня почему-то он вот так вот тормозит долго, не знаю, что-то ему у меня не нравится. А вот эти вот буквально на днях я подсадила. Вот, ну для меня капризный он оказался. Не знаю, как у других. Такие дела. В этом стаканчике у меня сциндапсус или эпипремнум. Вот, просто положила на поверхность грунта, приколола вот этими штучками, как проволочка такая, знаете, от упаковки хлеба многие пользуются. Вот, тоже где-то за неделю корни бузуют вовсю. Очень неприхотливый, быстро укореняется. Умничка, просто умничка. Так, в этом стаканчике у меня несколько веточек нематантуса. Посмотрите тоже, откуда идут корни. Просто растут в воздух. Вот те, видите, тоненькие. Я их укореняла, но обычно, если отрезаю веточку какую-то, некрасиво висит, или там, может быть, с серединки листочки осыпались, и просто подсаживаю в горшочек. Поэтому вот такое явление, как воздушные корни, вот посмотрите, сколько их. Видите, такое явление я наблюдаю впервые. Посмотрите, что творится. Вот, но в грунте я корней тоже не вижу. Зато воздушных хоть отбавляй. Причем грунт очень-очень влажный, вот так у меня как-то получилось. Но похоже, он от этого не страдает. Причем там нет, ну, дренажных отверстий, дырочек нет, вот он в болоте сидит. И вот такие вот выдает чудеса. Гляньте на мою пеперомию. Жило у меня раньше это растение. Чувствовала себя не очень. Я его подарила маме. Мама сейчас шикарный куст. Сорт я, к сожалению, назвать не смогу. У нее листочки краснеют на солнышке. Я по своей скромности взяла самый плохонький череночек, буквально выковырнула его из середины кустика. Поэтому листочки вот такие, все мятые. Как-то он там, в общем, старался расти. Вот, мне кажется, зародилась жизнь. Вот маленький-маленький, такая пипочка. Наверное, растет листочек. Вот плохо, когда стаканчик непрозрачный. Хочется за корнями подсмотреть, а нет. Вот, надеюсь, он у меня приживется. Может быть, листочки разровняет. Будет красавчиком. Но она нет и сюда нет. Посмотрим. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всего самого хорошего. Здоровья, счастья, любви, благополучия.
много красивых новых цветочков. Всего вам самого-самого доброго. Всех люблю, обнимаю. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.